И всем привет, друзья, с вами, как всегда, Профи. Сегодня мы будем играть в такую игру, как Geometry Dash. У меня что-то опять залагало. Надо перезайти. Но мы будем играть не в обычную Geometry Dash, а в Void сервер. Но именно же в приватный сервер, где я проходил вот этот вот демо. Сегодня я зайду в эту вкладку, покажу вам свои уровни. Вот так примерно выглядит мой уровень, самый первый. Здесь в самом начале небольшой тайминг Мичигана. Потом здесь все очень легкое, монеточка. Ее не обязательно собирать. Идут какой-то непонятный. Не стритфай, но можно сказать и небольшой стритфай. Ну, короче, еще маленький уровень, я его за пару минут такой же могу построить. А вот уже другой уровень. Зончик, наверное, смешно. Такой вот уровень. Не спрашиваю, почему у меня сейчас... Почему я партишен? Я как бы не партишен, ладно. Ну блин, что-то я не могу дойти. До волны. Которую, кстати, можно даже не проходить. Только маленькую надо. Вот здесь просто вниз. На самый нижний. Идете. Потому что если вы туда в волну пойдете, туда проходить, вы просто умрете. Вот у нас и робот. Очень легкий. Только начало немного сложное. Самолетик, не очень привычная луна, шар с небольшим таймингом. Есть самая часть, которая плохая, и там часть с уровня Зиандера. Сейчас я вам покажу. То есть это вот такой вот паук. Я тут очень сильно постарался. Я могу даже не знаю. Сюда куда-нибудь себя вот так поставить. Ой, Никола. И такой легкий куб. И такая легенькая волна. Ай, моя. Что-то у меня и не получается пройти. Оп. И тут GG. Дальше я уже не стану просто уровень строить. Здесь 5000 объектов. Вот. Вот эта вот фигня занимает 5000 объектов. Вот эта вот фигня занимает реально 5000 объектов. Смотрите, сейчас я вам покажу магию. Та-да-да-да-да. Где здесь секрет Вэй? Вот здесь секрет Вэй. Сейчас убираю старт позишн. Убираю. Не дохожу до самолетика. Ой, блин. Опять я умер на этом месте. Да блин. Я много не люблю это место. Вот здесь просто ничего не делаете. И прилетаете. А вот здесь бы, кстати, мог бы стритфайбы сделать, потому что в большой скорости очень удобно стритфайдить. Посмотрите, как я стритфайю. Просто как супер прони мастер какой-то. Что за запись, она у нас идет. А? Нет, это не читы. Видите, я умираю. Да, музончик Мэйдэй.
И, кстати, хочу вам напомнить то, что, возможно, в скором времени всем жду за следующее видео уже будет с компьютера. Но уже без интро и без всякого такого. Потому что... Я не знаю почему. Потому что я не знаю, как передавать. Типа интро, аутро. Вот это все передавать. Не, и аутро-то это могу я просто скачать, и мне норм будет. Я тогда, наверное, все с какого-то дня я уже начну это делать. Ну ладно. Сейчас попробую прийти этот уровень. Этот легкий, очень нетрудный уровень, который я не могу пройти. Судить в начале тайминга. Я не знаю, как его проходить. О, есть. Прошел. Ух ты, как? Почти прошел. Ну ладно. С вами был... Всем удачи, всем пока. С вами был Профи. Всем пока.